Здравствуйте! Продолжаем свои прогулки по Чите. Сегодня у нас 27 марта 2019 года. Как видите, опять Забайкалье не изменяет себе. Солнечный день. И сейчас я нахожусь возле памятника пограничникам Забайкалья. И музейно-выставочный центр. Или вот раньше назывался художественный музей. Там у нас вдалеке видно управление пограничной службы ФСБ. Раньше туда был свободный доступ, можно было пройти. А сейчас обнесли забором. Ну, вот то, серое здание. Вот. А вот этот желтый забор, это забор парка ОДАСА. Вернее, часто это удара окружного дома офицеров российской армии. И сейчас мы по нему пройдемся.